Мне опять больше 38. Взяла таблетку. Сейчас буду пить и лягу. Дневник доставляйте, я покажу, как готовиться к расписанию. Оксана уже доделала уроки. И понедельник открывай. Я всегда вот так. Вот оно. Чтение, русский. Спасибо, Светик. Физкультура, музыка, технология. Подожди. Подожди, я в ЭПОС зайду потом. По-моему, другие уроки. Оксана. Что ты хочешь? Оксана, тебя зовут. Если кто. Так. В глазах все расплывается. Та-ра. Блин, не вижу ничего. На. Двойка. А, блин, неправильно ввела. Почему у меня вот здесь вот? Вот, теперь правильно. Уха. Да. А, кого? Сейчас по ней тебе. Блин, неправильно. Голова не соображает, мне в глазах клавиатура расплывается. По ходу дела я не успею до Нового года снежинку кушать. Что ты, Света, искала? Ой, снежинку, снегурочку. На 5 дней осталось? Ну, 4 дня. 5, да. 6. Спасибо всем, многие в личку скидывают рецепты. Новый год это не так, 31-го? 31-го, с 31-го на 1-го ночь, 31-го надо будет уже все готовить. Угу. Ну. А 1-го на Новый год? Ну. Так, Оксана, чтение, русский, физкультура, музыка, технологии. Все правильно в дневнике, по дневнику готовь. Ладно, дорогие друзья, что смогла, поснимала, уж простите меня. Ничего, я оклемаю, все будет хорошо. Усложняется тем, что у меня Ваня с Мариной повторно начали температурить. Вчера Марина температурила, сегодня Ваня. Мы взяли на понедельник справки, хотели на елку идти. Сейчас уже никуда не пойдем. Я потом или мужа отправлю в садик, он заберет подарки их. Или же ребятишки сбегают в садик и заберут подарки. Потому что нет, все. Так что вот такие вот дела. Муж пока стойко держится, муж пока готовит, но только кроме того, что вот я селёдочную намазку делала. А он сказал, что он не умеет делать ее. Ладно, дорогие друзья, всем желаю крепкого здоровья, берегите себя и берегите свое здоровье. Я надеюсь, что вы поймете меня и простите за такие видео, но вот пока состояние, если честно. Ну что, справимся. Всем крепкого здоровья, всем говорю пока-пока. Дорогие друзья, у нас уже вечер. Я еще буду 3 таблетки пить. Сразу анальгин, дротаверин и парацетамол. Приготовил он целую кучу. Потому что температура нифига не спадает. Что интересно, она до 38 спала. И опять вверх пошла. Состояние очень никакое. Да шипучку себе в кружку навела, которую в фикс-прайсе взяла. Пусть у нее мне немного легче становится. Маша занесла платье, меряет, завтра у нее елка. И, друзья, вот такие вот новости. Вроде более-менее. Надеюсь, что скоро поправлюсь. Всем крепкого здоровья. Всем добрый день.
У нас новый день, новый влог. Ванечка тут сидит, Мариночка сидит. А думаете, зачем? Ждут, когда Маша раскроет свой кулек. Маша, что сегодня у тебя было опять? Елка. Да, сейчас многие подписчики скажут, как так, у Маши две елки. Первая елка была, это награждение за поделку. А вторая елка, это школьная уже просто. Да? И вот я Маша... Не почему три? А, еще в клубе, да, на танцах она ходила на елку, точно. И вот Маша принесла, и все еще будут. О, у тебя другие. Нет, такие же. Такие же, ну вот, конфетки. Хоть болеем, но все равно хоть что-то поснимать. Что выбрала себе? Шоколадку и такую. А Ваня что выберет себе? Не, он такой не сможет, он опять его вырвет. Вот эту ты не сможешь точно. Бери Ваня, другую, смотри, тебя рвать есть. Будет. Это? Ваня. Это хорошо. Ваня, смотри, что ты есть. Ну-ка, покажи, покажи. Ваня. Подожди, положи. Положи, Ваня, да я посмотрю. Такие смешные, смотрите. Прикольные. А больше нету, да? А по две, Марина, вот можно вот это вот взять. По две конфетки берите. Смотри. Света, выбирай, какие показывай. Не, ну давай покажи, что ты выберешь. Ну давай. Нет. Ладно, дорогие нет, друзья. А принеси коробку из холодильника. Сейчас я туда все сложим в коробку. Мама, это вот. Но. Я забираю. Выбирай. Бери быстрее. А то сейчас все опять перемешаем конфеты. У нас в холодильнике еще конфеты лежат. Ребят, я не... Свет, вот скажи, пожалуйста, я хоть раз спрятала от вас конфеты? Нет. А почему подписчики пишут, что я прячу конфеты? Это вот все кульки у нас уже столько осталось от кульков. Вот такая вот красота. И коробка тигренок классная. Та, которая Маша получила на празднике. Ну, не знаю, что Егорка возьмет. Ладно, дорогие друзья. Всех поздравляем с наступающим Новым годом, да, Маша? Самое главное, что мы пожелаем? Удачи, счастья, денег. Здоровье. Не будет здоровья, не будет денег, не будет счастья никакого. Не будет денег, не будет счастья и здоровья. Так что? Без здоровья ты заработать не сможешь денег-то. Платные больницы. Все от здоровья. Ну да, больницы сейчас все платные. Ну а куда деваться? Птичка там опять мясо клюет. Ну. Вот такие вот у нас радости небольшие для детей. Ваня с Мариной повторно начали болеть. Марина не сильно, но у Марины кашель появился опять. И у нее была небольшая температура 37,3-37,4, а у Вани аж 39 было. И поэтому мы снова болеем повторно. На улице у нас что температура? Минус 9. Маш, холодно на улице? Нет, тепло. Я не хожу на улицу, пока мне надо, по идее, в администрацию съездить, но я не могу пока. О, ничего, выздоровеем, и все будет хорошо. Ладно, всех с наступающим Новым годом, всем говорим пока-пока. Вот так вот я выгляжу. В целом неплохо, я так считаю. В целом, сегодня вечером еще Машенька с кем-нибудь сходит из ребят в садик, заберет у Вани и у Марины подарки. И поэтому вот так вот. Маш, дай ему, а потом в магазине себе купишь такой. На. Хорошо? Я тебе дам денежку, ты себе купишь. Я хочу свои купить. Не, я тебе сама дам. Просто он сейчас болеет, он капризничает. Так. Саживайте конфеты на место. И в холодильник. Света, ты взяла себе? И убирайте. Такие, она шоколадку взяла. Егорке она не достанется уже. А вторая какая? Птичье молоко. Ну, птичье молоко, но вкусное. Да, ребят, завтра у нас 28-го должна прийти елка, но это завтра уже будет. Придет у меня елка и будут дети наряжать. Я постараюсь обязательно заснять. Как бы я себя плохо не чувствовала, я засниму, как у меня будет маленький ее наряжать. У нас есть игрушки, которые мне еще Оля с Германии отправляла. Но которые Оля еще нам с Германии отправляла. Там красные игрушки. Только то, что у нас нету этого. Мишуры вообще никакой нету. Как нафиг? Мишура все равно нужна. От нее все равно красота. И гирлянды у меня должны еще прийти.
Нормально. На Валберес я заказала гирлянды. Да, звездочки-то у нас есть. А там это... Я имею в виду то, что мне еще гирлянды на Валберес должны прийти, а я пока сходить забрать не могу. Отмыла кисточку. Ладно, дорогие друзья, берегите свое здоровье. Не будет здоровья, не сможете заработать денег, тогда не будет счастья и вообще ничего не будет. Так что берегите свое здоровье, это самое главное.